И всем привет! Вы на канале Vidroid Gaming, меня зовут Александр. Сегодня мы посмотрим новую игру Towel Fight 2. И да, ребятки, она не из списка. Какого списка? Ну, вы что мне предлагаете? Я записываю такой списочек в свой и обязательно все про это сниму. Но вчера я смотрел какую-нибудь лайтовенькую игру из этого списка, да. Чтобы она была мало вешала, была легенькая, и чтобы я быстренько записал про нее видос вторым. То, что хотел записать про Аваху сегодня и... Ну, типа бонусом еще что-нибудь записать. А, ладно. И наткнулся, короче, вот на эту вот игру. Это клон Айзека. Кто не играл в Айзека, в Стиме есть такой рогалик. Недорого стоит, покупайте. Если не играли, это просто пушка-бомба-игра. Там мы бегаем маленьким карапузиком, ищем свою маму по подвалам, чтобы зарубить ее. Да, там главный босс это ваша мама. Ну, игра супер-психоделическая. Кстати, это тоже не отличается адекватностью, тоже смотрите, какой ужас здесь происходит. Какие-то головы летают, мухи, все горит, дед бегает, и он, знаете, чем стреляет? Жабами. И не только жабами. Короче, жесть. Полнейшая жесть. Но по геймплею тот же Айзек. То есть мы собираем ключики, монетки, сердечки, бегаем по подземельям каким-то. И вот такие вот дела вытворяем. Конечно, по графике она проще, чем Айзек. Айзек такая насыщенная, очень детальная, простая и детальная. Здесь... Просто простая, да, без детализации. Ну да ладно, мы же графики-то никогда не придираемся. Тем более на телефонах играем. Какая на телефонах графика, да? Ладно. Кстати, эти парни делают вообще крутые игры. Тут есть какая-то игра за 590 рублей. Она, наверное, офигительно крутая. Но пока я боюсь ее покупать, я посмотрю, чё кого. Если она реально такая вот, как на картиночках, то я думаю, ее приобрету. Либо скидочку посмотрю. Короче, тоже серьезный какой-то проект, тоже рогалики. Что-то он тут строит, я трейлер смотрел, все подряд в ней есть, и это круто, я люблю такие игры. Но сейчас мы давайте в Towel Fight зайдем, посмотрим. Кстати, оценка 4.2, много крутых отзывов и все радостные комментарии, да. Так вот она начинается. Короче, психодел, да. Парни полностью неадекватные. Вот наш дедуля, можно нажать play, наверное, продолжить, да. Вот я тут уже, смотрите, какой пик собрал, это мои патрончики, я вот этим вот хозяйством всем стреляю, да. Орел, две жабы, потом еще какая-то жаба, бараны, какашка какая-то с зубами. Все по-английски, я пока не допер, что дает, но у меня есть 99 денег, и можно побегать, куда-нибудь пойти. Так, карта. Я чувствую, что нам надо вон до туда дойти. Как это сделать? Ой, музыка, наверное, громкая, да? Тут, смотрите, всякий бонус по картам. Возможно, это какие-то переходы. До сюда мы не дойдем, до открытой зоны не дойдем, но зато можем вот сюда вот попасть. Я думаю, это бесплатно. Да. Ну и все, побежали по зонам. Проблевались, жескач. А бегаем на вот этих вот стиках, или как этот называется, стреляем вот этим вот перекрестием. Да. Бомбы нас свои не коцают. И вот так вот этот геймплей выглядит, да. Каждый тип патронов что-то дает, но я говорю, еще не разобрался. То есть вот мы всякие бомбы кидаем, тыры-пыры. Вот. Собачка за нами какая-то бегает, замечательно. Наверное, наверх пойдем, да? По изведанному уже пути. Опа, а мы туда... А, нет, можем, нормально все. Вот нам сейчас направо тут я еще проходил, а вот дальше я уже не проходил. Там, скорее всего, какой-нибудь босс будет. Какой-то перк unlocked. Непонятно, непонятно. Ну, Айзек тоже не по-русски. Вроде я там разобрался более-менее. Думаю, здесь разберусь. Ох, ты какой-то жесткий парень. Ну, крутая игра. Что это такое? Мы веточку использовали, и нам теперь можно сюда пройти. Это какой-то, наверное, босяра. В Айзеке тоже крутые боссы. Да, ты нам что-то говоришь не по-русски. Жесткий сплэш. Ну, кажется, я раскусил этого босса. Ядрить колотить, оно еще и ходит. Вот это жесть. А я его пройду точно. Проваливай. Это что такое? Это дерево какое-то, да? Половинчатое. Блин. Сейчас всру. Первого же босса всру. Но я в Айзеке так же делаю. Всираю первых боссов. Ну, вроде кайт просто обычный подходит. Сейчас он подпрыгнет, и мы туда побежим.
Побежали, чё стоишь, дебил? Рыскач. Мы сейчас одного не убьем. Вот такой вот гейм-овер, да. Надеюсь, не сильно громко было. Где мы появились? Мы появились здесь же, что ли? Тут прогресс сохраняется? Wake up, тыры-пыры, чё мы потеряли? Непонятно, чё потеряли. Ну и ладно, поехали, давайте еще раз попробуем. Тут у нас сердечки были. Сколько у нас жизнек, давайте посмотрим. 3 жизнь, все нормально. А что мы потеряли? В Айзике, если ты дохнешь, то все, ты трупак. Что, в принципе, логично. Ладно, погнали, еще раз попробуем его забить. Да. Ты всегда блюешь, что ли, после телепорта? Прикол. Возможно, имеет смысл открыть всю карту вначале. То, что тут куча всяких бонусов лежит. Ну ладно, давайте попробуем его еще раз убить. Вроде ничего не теряем. Хотя, возможно, у нас какие-то жизни есть. Ограничения по смертям. Да, мы тебя видели уже. Все, вали. Как скипнуть это все? Никак, да? Ну ладно. Тут просто кайт, да? Да ну нафиг. Мужик, ты что, угораешь? Все, пошел, пошел. Да нет, не надо, не убивайте меня. Нет! Чуть ли не зацепил. Проще не стало или это я просто стал? Интересно, собака какую-нибудь роль выполняет? Опа, меня закоцало. Фиговенько. Еще раз закоцало. Он начал теперь еще и какашками кидаться. Ай! Сейчас опять сдохну. Все, взрывается, непонятно, чьи какашки. Мои, его. Я прям ему в лоб врезался лбом в него. Все, ура. Сундук наш. Первый босс пройден, ура. Сколько времени? 7 минут, нормально. Держимся. Юдиды, ты сделал это, да, Мин, грейт джоб, тыры-пыры. Злой какой-то рыбасик убежал от нас. Окей, мы молодцы. Едем дальше. Следующий босс открылся. Че, идем туда? Нам дали сову, можно ее поменять. Давайте поменяем. Берем одну жабку, поменяем сову на жабу. Это вот так вот делается, все отлично. О, как дед радуется, смотрите. Ладно, поехали дальше. Жизнь у нас полные, блин, какой-то еж у нас уже попал. На экране происходит G-скач, да. А это что такое, давайте посмотрим. О, золотой ключ. Он, наверное, нам сильно нужен, если нам подсвечивают до него. Давайте туда пойдем. До золотого ключика. А, белки! Игра офигительная. Я просто прусь от таких игр. Смотрите, какие-то патроны у нас самонаводящиеся. А какие-то нет. Замечательно, сердечко. Погнали. Тут, блин, лазер, это ограничение по времени. Надо его быстренько убивать. А, нет, он просто мешает, ладно. Сдохай! Замечательно. Опять мы радостные, капец, варпад. Теперь мы можем до дома прыгнуть и купить жизек. Да? Нифига ты радуешься, мужик. Я бы так радовался, а. Едем дальше. Ой, я сейчас сдохну. Прикол. Ой, половина сердечка осталась. Надо до дома пойти и жизнь купить. Шишками кидается. Урод. Я что, патроны могу сбивать? Прикольно. Давайте сюда встанем. И тут я подумал, что я сдох. Эта бомбочка моя взорвалась. Мужик, ну хватит, а? Дай я тебя убью. Все, ура. Я пошел за сердечками, пацаны. Причем я сейчас, наверное, просто дропнутые возьму. Надо аккуратно идти, а то я сейчас к мобам зайду. А почему я зашел в открытую и сдох? Активейт. Что это такое? А может...
When I did all I got was this... Епач. Епач, да, окей. Силой футболки мы воскресились. Ура. Куда идем теперь? Давайте в Warpath за этот зайдем. Я, наверное, сохранюсь. Сохранюсь и локацию поменяю. Да. Ну, пошли. Попробуем, давайте еще раз дойти до туда. Сильно мучить я не буду по этой игрушке, потому что, ну, камон. Не, конечно, если вам заходит такой контент, я буду ее проходить на летсплейчиках. Потому что игра мне нравится, да. Ну, а если она вам нравится, то можете ее скачать и рассказать, докуда вы дошли. Вот опять мы в какой-то попе появились. Немного непривычный этот. Стик атаки. Ура. Мы почти дошли. На фулах. После смерти. Кроты всякие бегают. Джискач вообще происходит. И это только первая зона. Что дальше будет? Я даже боюсь представить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас вынуждают поближе к этим пацанам подходить, которые и так стреляют. А их лазеры тоже коцают? Какой-то кролик. За место чего возьмем? Давайте за место обычной жабы. Резюме. Edit Club. Что Фрог делает? Короче, какая-то фигня. Надо разбираться. Вот. Теперь у нас полностью патрончики все разные, да. Прикол. Да ладно тебе, так все неожиданно начинается. Заяц, смотрите, бегает и сам всех коцает. Норм. Что-то сейчас будет интересненько, давайте. Ну или не будет, да. Нога. Ну ногу я такую уже брал, она открывает путь к боссам. Окей, ну пойдемте босса убьем, чего ж теперь. А? Какой-то бешеный бобер. Бобер, ты что тут делаешь? Бобер! А, он этими орешками кидается. Нормально. О, жескач, окей. Окей, морг. Что ты нам хочешь сказать, морг? Я не понимаю тебя, я не говорю по-вашему. Хотя бы давно уже пора... Ой, блин, я думал, это голова, которая мне, да, типа, это... Как кролик опасно себя ведет. Стоп. Окей. А монетки мне упали, интересно? Нет, я что-то вышел так. Выпускайте Крякена. Нормалек. Слоняра. А на кого мне на слона-то поменять? Я же не шарю. Элефант. Ой, жескач, я не знаю. Давайте, наверное, вот на вот это вот поменяем. А то она вроде просто станет. Ну, такое. Конечно, обычных мобов интересно, а на боссов не сработает. Ну, давай еще сдохни в самом начале, мужик. Ну, с этими патронами это прикольно, да, сделали. Ой-ой-ой-ой-ой, злой ящик какой-то, я чуть ли не сдох об него. Вот опять я вышел, и все бонусы пропали, да? Верно, верно, нет? Так, мне нужен... мне нужна ваша смерть! Или моя смерть? Так, ну придется, наверное, за сердечками идти. Смотрим на карту... И заем вот сюда вот. Yes. Да. Еще таким 8-битным этим звуком. И вот тут, смотрите, еще какие-то попы. Вот через попы нельзя пройти. Страшно, капец. Что там дальше будет?
Так, не стоит забывать, что мобики бывают, что-то появляются иногда. Вот как здесь, допустим, блин, я это проходил. Нельзя расслабляться. Сдохай быстрее, меня сейчас приплющит. Жескач. Придется, наверное, домой идти, да. Два сердца, камон, это не, нет, неинтересно. Go home! Дай мне... А что это такое? Какой-то морг, короче. Окей. Бай. Куча всего можно покупать. Какие-то крутые эти. Ну ладно. Что нужно, мы взяли? Мину? Нет, не мину. Тибю. Вот сюда вот. И только сюда, получается, можно портануться. Ну и ладно. Надеюсь, сопротивление будет по минимуму по пути. Поехали. Ну, если что, я вот... Готов, короче, ко всему. Сейчас наверх. Вот опять собаки появились. Не коцайте меня только. Надо смотреть, что они делают. Какая-то самонаводящаяся есть. Вот заяц мне нравится, что он по беспределу так бегает. Ура. На фулах, ребятки. Если что, сюда вернемся. Хотя, блин, чревато тоже возвращаться. Это тоже можно бить? Нет, нельзя. Нет, я не пойду на ваши стрелочки. Даже не просите. Нет, нет, нет. Погнали. Е-е-е. Хан какой-то. Пчелиная хрень. Есть, есть. Собака ей что-то сказала. На шипы нельзя вставать, на шипы нельзя вставать. Ой-ой-ой-ой. Фига ты жесткая. Нет! Все понятно. Не, тут собака, а какая жесткая. На! Активейт! Активейт, активейт, активейт! Ну давай, давай! Жопа, а? Чего я теряю, когда дохну? Давайте еще раз попробуем. Надо, короче, от нее максимально далеко держаться. Ну и что ты сделал? Все нормально. Ой, кошмар, сколько времени тратит эта игра. Ну, в принципе, нормально, нормально. Мне нравится. Давайте попробуем ее завалить все-таки. Тем более, путь у нас свободен, да? Почти что. Ой, же скач-то. Отстань от меня, отстань, 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 отстань. Дай сердечко мне теперь. Засранка. Что это такое? Что за жиськи? Что это такое? Альтернативная какая-то фигулька. Что это такое? Воу, крутая вещь. Давайте ее тоже заполним, посмотрим, что такое это все. Как это делать можно? Альтернативная фигня, да? И в чем фишка? Просто менять? Fast spec. Ну, пока я еще не разобрался, так что давайте с этой побегаем. Спасибо, ребятки, что вы тут появились. Мне так вас не хватало. Спасибо за все, да. Так, мне не нравится голова слонячая. Такое себе. АОЕшка. Мне нужен сейчас прямой урон. Поэтому я сейчас голову слонячу поменяю на что-нибудь другое. На жабу. Ну, жаба тоже, наверное, станет, не будет босса, да? Давайте фога возьмем просто. Фрога.
Если кто-то шарит по этой что-то игре, то говорите подсказоньки под... Ну что, они опять появились? Вы чё, сволочи? Мне как будто делать нефиг вас ходить убивать. Я босс хочу убить. Все, я тебя понял. Что такое активей? Давайте попробуем активировать. Что это было? Нет. Нет. Собака. Собака. Да кого ты такая жесткая-то, а? Да блин, успокойся. Все, last try, ребятки. Last try. А, у меня деньги просто падают, да? А когда деньги закончатся, что будет? Сейчас мы и проверим, да. Last try, все. Ракан идет в last try. Я, конечно, ее еще помучаю, эту игру, но... Уже, наверное, не буду вас мучить. Да какой босс? Я белку убить не могу. Хоть ключик дали, спасибо. Ну вот это топ рогалика вообще. Вот серьезно. Круче нету этого рогалика. Ну, кроме Айзека, конечно. Все, окей, 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 окей. Все, валим, 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 валим. Вот она меня уже... Продамажила уже, что ли, или что? Отстанет, блин, я еще сам коцаюсь. Ой, жесткач-то какой! Отстань! Нет, шипы, не идите ко мне. Вот так-то. Форн опять злой. Гуд шоу, Хадрик. Да, мы, наверное, Хадрик, это мы. Фух. Ну, на этой нотке прекрасной, наверное, все-таки, да, мы и заканчиваем. Смотрите, что мне повыпадало. Какая-то хрюшка-поросюшка. Смотрите, я опять радостно бегаю. Надеюсь, вам тоже это все понравилось. На этом все, ребятки, всем спасибо за просмотр, всем пока, играйте в крутые игры и предлагайте мне в комментах тоже что-нибудь, я обязательно когда-нибудь спустя годы сниму про это видос, и всем пока.